Обычно странно, когда холодно. Падение растет, хотя должно уменьшаться. Смотрите. Как видите, вот все, оборвался, остывает. Все нормализовался. Вот такие друзья, думаю, это хреновые. Вот отсюда я понял. Зарядка. Вот она. Вот здесь вот припаял место было. Работает. Кстати, резистор поставил для того, чтобы не завался, чтобы газа не было для страховки. Столкнуть он. Ну, в общем, всем спасибо. Извините, пока. Итак, запаял я вот этот вот кривоватым, немножко вышло просто, но работает. Вот. Зарядка светится. Вот. Вот я сейчас соединил. Вот. И кто гаснет. Раз соединяется. Все работает отлично. В общем, причина была в этом транзисторе. W1A. Ну, если кому интересно. В общем, такое бывает. При нагреве у него базоэмиттер, соответственно, обрывается. При проверке транзистора просто я обратил внимание, когда вот там паял этот резистор, он шунтировал тоже базоэмиттер, у него сразу там больше вольта было падение, вот это не смутило, блин. Ну как раз, в общем, вот такое. Ну, в общем, всем всего доброго, жить, ну видим, пока. Итак, подсоединил напрямую. Все нормально. Заряд мигает. Аккумулятор хреновый здесь, поэтому сразу зеленый горит. Ну, в общем, так вот. Это не совсем такая штука.